США в соответствии со своими международными обязательствами не препятствуют передвижению представителей государств-членов ООН на те или иные мероприятия, проводимые ООН, заявил я новости пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс, комментируя заявление МИД РФ о препятствовании США участию делегации РФ в мероприятиях по линии ООН. Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и остальные члены российской делегации решили не принимать участие в сессии Межпарламентского союза в Нью-Йорке после того, как США выдали Матвиенко усеченную визу. Американцы объяснили свое решение тем, что Матвиенко включена в санкционный список из-за позиции России по Украине и Крыму. По условиям визы Матвиенко не смогла бы участвовать в сессии Союза. Для нее были бы доступны только встречи по линии ООН. Спикер также не смогла бы принять участие во Всемирной встрече председателей парламентов. При этом он отметил, что является достоянием общественности тот факт, что спикер Совы Феда РФ Валентина Матвиенко и ряд других высокопоставленных российских представителей власти внесены в санкционные списки ряда государств в связи с их деятельностью по нарушению суверенитета Украины. Одним из элементов таких санкций является запрет, для них, на въезд в США, отметил пресс-секретарь дипмиссии.